С вами Полина, и сегодня я хочу говорить о пожелтении листьев на орхидеях. Когда я только начала заниматься орхидеями 10 лет назад, когда я увидела только первый раз этот желтый лист, я была в панике. Но я же не знала, как они растут, почему листья желтеют. Но теперь я могу сказать новичкам, что это явление нормальное, но только в том случае нормальное, когда листья начинают желтеть вот так, с кончика. Начинает желтеть с кончика. Это значит, что просто лист уже выполнил свою функцию и больше не нужен орхидее. И вот это тоже нормальное явление. Потом он начинает... Ну, у каждого сорта по-своему. Вот он так желтеет, из боков тоже. То есть потом он превращается вот в такую вот желтую тряпочку. Вот. Но даже тогда я тоже не советую убирать этот лист. Ой, вы видите, он у меня просто остался в руке. Я вам хотела сказать, что он сам отпадет, но... Я дотронулась, и он уже отпал сам. Вот. Ну, как вы видите, здесь совершенно четкая такая граница. И эта орхидея сама его уже отсушила. И это уже не ранка, это уже затянувшееся место. И обрабатывать даже ничем не нужно. Вот, поэтому вот это явление совершенно нормальное. Только надо ждать, когда это произойдет, когда вот этот лист сам отпадет. И вот это у меня башмачок. Ну, здесь происходит немножко по-другому. Он просто вот так вот становится таким коричневым и тоже отпадает. Вернее, я его должна буду потом отрезать. Это уже было у меня, я не хочу его держать там на стволике. Так, я вам хочу сказать, что это не чернота, это цвет нормальный. И как вы видите, там еще даже лезет вот еще одна детка. То есть мой маленький башмачок, но он находится в хорошем состоянии. И все эти орхидеи, которые у меня, я вам сейчас показываю, они тоже в хорошем состоянии. Этот лист тоже начал уже отмирать. Так что надо будет тоже, я дождусь, пока он встанет вот таким вот желтым и сам отпадет. Или бывает, вот как сегодня, я дотронулась до него, он у меня просто в руках, в руке остался. И вот здесь, как вы видите, тоже совершенно нормальное, хорошее состояние моей орхидеи. Вон листочек растет уже после долгого перерыва, кстати. Так, а эта орхидея, вот у нее маленький листочек. Но она тоже себя хорошо чувствует. Вот у нее растет бутончик. Из бутончика будут лезть веточка, наверное. Вот. Это вообще орхидея уникальная. Это розовый биглип, я уж к слову скажу. И вот этому цветоносу 3 года. Вот он так у меня рос, цвел прекрасно. Потом он дал веточку. Потом с этой веточки он еще одну веточку дал, на которой было 7 или 9, я уж не помню, цветов. И сейчас еще одна веточка лезет. Вот. То есть это вообще уникальный просто сорт у меня. И на этой орхидее тоже лист начал желтеть. Но вот вы видите, там цветонос лезет. Так что орхидея себя чувствует очень хорошо. Слава богу. Она у меня очень старая, она у меня уже... Живет лет 5, ну, больше, чем 5 лет. Вот, она, по-моему, она зеленый фаленопсис. Я название точно не знаю, но знаю, что по цвету это, по-моему, это зеленый фаленопсис такой, зеленоватый. Вот. И вот корень лезет у нее. То есть все с ней в порядке. Так что, дорогие мои зрители, вы не волнуйтесь. Когда увидите, ну, новички, конечно, не волнуйтесь, когда вы увидите листья, которые начинают желтеть. Вот этот
основание этого листочка, уже отпавшего, оно вот будет какое-то время таким желтеньким, потому что там еще есть соки какие-то. Потом он будет постепенно усыхать и превратиться просто в чешуйку, которую я потом уберу. Но уберу ее, я ее как, тогда, когда она будет совершенно сухая, тонкая и просто как чешуйка. Мы их видели много, когда мы покупаем орхидеи, то на стволике бывают иногда вот такие сухие чешуйки. Вот. И вот они так образуются. Я хочу еще раз сказать, я считаю, что можно повториться, что нужно смотреть на общее состояние ваших орхидей. Если вы видите, что все проходит нормально, что никакой черноты нет на шейке, вот где бы вы ни посмотрели, то все шейка чистая. Я против того, чтобы без причины поливать химикатами растения. Я считаю, что это не зря называется протравкой. Травить их жалко просто мне. Вот, поэтому просто смотрите на общее состояние. И если лист просто желтеет, это не страшно. Вот если на нем какие-то пятна, не дай бог, появляются, чернота, вот это опасно. А здесь, ну что можно предъявить этой орхидее? Посмотрите, я уже показывала, вот цветонос лезет, и еще и веточка вот отсюда еще лезет, как вы видите. О, там вот попала у меня в объектив вот эта вазочка. Это я вчера уронила одну орхидею, обломался цветонос, и я ее поставила, и я эту веточку поставила в воду. И вот за ночь она даже не завяла, чему я очень рада. Вот все, что я вам хотела сегодня сказать. И, как всегда, я хочу вам пожелать всего самого хорошего, доброго, и чтобы ваши все цветы пышно цвели, и чтобы всем нам было до цветов. Всего доброго. Пока-пока.